Так, вот что касается, говорят, вот как пить, в какой конфигурации пить. Вот это вот, если я возьму сейчас, пропью, и это мне поможет. А вот если вот мне надо почиститься, у меня аллергия, давайте я вот это вот попью, а вот это вот пускай подождет. Да? Вот. Ребята, я вам хочу сказать интересную вещь. Вот этот продукт, черный мед, он нам все клетки почистит. Он выдавит оттуда всю патологию. Да? Грибки, паразиты, они начнут гибнуть, они начнут разлагаться. Этим надо вычищать. Вот. Если вы просто будете чисткой заниматься, да, это вы, получается, подметаете то, извините за выражение, дерьмо, которое произвели эти паразиты и эти грибки. То есть отходы убрали, почистили, и вам стало легче. Да, но вы же не избавились от этих грибков и паразитов. Понимаете? И если вы принимаете в это время ванны, вот, то Суламиф даст вам возможность от этого ускорить этот процесс. Почему? Потому что у каждого человека... Почему человек любит массаж? Потому что по определенным зонам, когда проходится массажист, он стимулирует те или иные органы, а не ваше тело, какие-то участки мышц. И поэтому, когда вы принимаете ванну, вы не только получаете хороший эффект там, освежения, может быть, или еще что-то такое приятное, вы еще чистите кожу, и вдвойне помогаете своему организму воздействовать на те или иные органы через те биологически активные точки, которые у вас по телу везде раскиданы. И вы получите, конечно, тройной лечебный эффект, если все втроем начнете пить. Это я вообще, вот знаете, хочу сказать, ну как это так? Вы будете есть, пить, готовить пищу, а посуду не будете мыть. Да? Или дома не будете убирать. Зашли домой, это, в обуви, да, и наследили, ушли, и не будете убираться за собой. То есть вот поймите правильно, что вы зашли уборку делать, а это подметальщик, который стимулирует активность ваших всех органов, делать ревизию над собой и продолжать оздоравливать вас, приводить порядок, когда вы спите, когда вы бодрствуете. И вообще, когда вы находитесь в любом состоянии. Любая минута, любая секунда, это идет на пользу клетки, на пользу вашего организма, вашего мозга. В конце концов, для того, чтобы человек был счастлив, нужно всего лишь две вещи. Любить и радоваться.